интересная атмосфера. То есть название «Стачка» полностью подходит этому месту. Мемориал Ленина. Правильно я говорю? Много народу, неожиданно, то есть я думал, что это будет небольшая конференция, там 200 человек, 300, а тут 5000 человек, вот, ну, в общем, круто, круто. Люди приезжают из года в год, то значит нужно, значит людям это нужно, их же никто не заставляет. Как это? Практика, критерий истины. Как огромный парк аттракционов, где каждый выбирает что-то для себя интересное. И вот это вообще замечательно полностью. Очень интересные люди, очень интересные подходы. И это реально, ну, дает один такой день больше, чем, наверное, месяц чего-то изучать по книжкам. Нетворкинг – это очень важно, потому что на самых хороших конференциях организаторы всегда делают многое для того, чтобы люди как-то начинали знакомиться и общаться. Здесь достаточно большое пространство, достаточно как бы широкие холлы, чтобы здесь встречаться со знакомыми. Это, по крайней мере, даже заряжает твой кругозор какими-то ключевыми словами, и это плоды, которые принесут. Ты сможешь воспользоваться через несколько лет, там, может быть, да, в дальнейшем. Народу больше в этот раз, в зал живые, достаточно много активации, это интересно, новые форматы появились, тачки эволюционируют, мне нравится. Если говорить о молодежи, их реакция на любое событие, это самое ценное, когда они не привязаны, например, обязанностью прийти и отсидеть, когда они могут вести себя в соответствии с собственными представлениями о жизни. Поэтому очень рад, что такой формат существует, и я желаю, чтобы стачка и впредь процветала. Если у меня получится, я с удовольствием приеду сюда и в следующий раз. Мне в очередной раз запомнилось, как я позорно не указал в райдере, что доклады с утра – это зло. Зло, пацаны. Алкоголизм тоже зло, но доклады с утра хуже.